артиста России, композитора Юрия Каспарова. 85 лет. Прекрасный юбилей. Многоцветная, звучная дата. Но грустить ни к чему, если в сердце светло, и душа молода, и надежда крылата, и отметка судьбы озаряет чело. Произведение, которое вы сейчас услышите, называется «Концертный вальс для оркестра». Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Государственной Ставропольской филармонии Андрей Абрамов. Музыка Юрия Каспарова. Thank you.
Забайкальского края, зачитывает представитель министерства Беленко Елена Николаевна. Дорогие друзья, в этом чудесном зале собрались истинные поклонники классического искусства, поклонники творчества Юрия Газаровича и его близкие и родные. Очень приятно видеть такой замечательный зал, как вы тепло встречаете и понимаете это все, цените. Разрешите мне от лица министра культуры Татьяны Ивановны Лихачёвой поздравить вас и зачитать этот приветственный адрес. Уважаемый Юрий Газаревич, примите искренние поздравления с юбилейным творческим вечером в рамках празднования вашего 85-летия. Ваша творческая биография богата и насыщена яркими событиями. Вы проявили себя как профессиональный дирижер, талантливый композитор и педагог, что по достоинству отмечено званием «Заслуженный артист Российской Федерации», медалями за заслуги перед Ставропольским краем за доблестный труд. Вы внесли большой личный вклад в музыкальную жизнь Ставрополья. Становление симфонического оркестра Краевой филармонии как профессионального коллектива, развивающего классическое искусство. Ваша компетентность, сочетание житейской мудрости и ответственности снискали вам заслуженный авторитет и уважение в музыкальном профессиональном сообществе. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. И эти прекрасные цветы вам поздравляю. Кроме родной советской армии. В Восточной Пруссии после взятия одного из городов на стене вокзала рядом с немецкой надписью «До Берлина 741 километр» появилась надпись на русском языке. Размашистым почерком один из бойцов приписал внизу: «Все равно дойдем». И они дошли. Да еще как дошли, навеки похоронив под развалинами разбойничьей столицы бредовые мечтания гитлеровцев о мировом господстве. Пройдут года, но человечество навсегда сохранит благодарную память об этой величайшей героической победе. Через несколько дней мы с вами будем отмечать самый святой, самый светлый праздник – День Победы. Следующее произведение Юрия Каспарова посвящается этому великому празднику – Великой Победе. Героическая баллада исполняет симфонический оркестр, дирижер Андрей Абрамов. Thank you.
столетия и, что особенно важно, творческого долголетия. Юльга Зарт скромно отвечает: пишу, сочиняю музыку. Как видите, секрет прост. Кстати, в сегодняшнем концерте почти все произведения, за исключением нескольких, написаны за последние 1,5-2 года. То есть это активная творческая композиторская деятельность. И еще один секрет. Творческий семейный союз. Дело в том, что все поэтические тексты к песням Каспарова пишет его супруга Шогер Каспарова. Вот, пожалуйста. Наша жизнь иногда напоминает карусель, а ритм танго околдовывает и просто чарует. Куда летишь ты, карусель? Ну что там, хочется познать? Не закрывай мне жизни дверь, дай птицу счастье здесь поймать. На слова Шогер Каспаровой «Карусель жизни» исполняет солист филармонии Александр Вечеркин.
директора филармонии, лауреат международного конкурса Марина Сивцова. «Ах, любовь!» – так называется следующее произведение нашей программы. Марина Сивцова. Thank you.
и вокальная музыка, произведения для хора и инструментальной композиции, балетная музыка, военные марши, музыка для детей. Вот далеко не полный перечень художественных интересов композитора. Инструмент, который вы сейчас услышите, не так часто можно услышать в наших концертах, а уж в качестве солирующего тем более. Программа продолжает концертная полька для ксилофона и симфонического оркестра. Солист Анатолий Кашанский. Ксилофон. Thank you.
Вспомнить у нас и будет с нашим.
Поздравляю! Жанровые зарисовки, интонации русского шансона, народной песни – это еще один пласт художественного интереса Юрия и Шагир Каспаровых. Я приглашаю на нашу сцену участника Московской оперно-симфонической лаборатории New Opera World, новый оперный мир, Антона Дурахова. Песня называется «Русская баня». Thank you.
Спасибо.
темы. Естественно, эти интонации отразились в творчестве композитора. Национальный колорит грузинского фольклора порадует нас. Тем более, что сейчас прозвучит не просто песня, а жанровая картинка щедрого национального кавказского застолья. Песня так и называется «Застолье». Исполнители камерный хор, солист Александр Вечеркин. Сергей Захарченко и Владимир Хан.
что вы видели, здесь служебный пост. Служба тут нелегкая, некогда скучать, от любимой радостно письма получать. Thank you.
исполняет камерный хор. Oh,
Завершая юбилейный вечер, позвольте еще раз поздравить автора Юрия Газарчика-Аспарова с творческими удачами, пожелать здоровья и творческого долголетия. Песня, которая прозвучит сейчас, это объяснение в любви нашему замечательному городу. Прекрасные утренние зори, когда как парусники в море плывут по небу облака, какой простор, как велика страна моя под этим небом, поля, засеянные хлебом, сады, белее молока. Люблю, когда хлеба созреют, колосья в поле пожелтеют под летним солнцем золотым, а ток звенит зерном литым, когда зерно в машины льется и пахнет хлебом молодым, и песня гордая несется. Интерес музыкальной жизни нашего города и края, что ваше сердце всегда беспокоено мыслями о буднях и творческих победах вашего дорогого детища, симфонического оркестра филармонии.
Ведь в нашем сердце всегда звучит музыка, живет весна, а в теле бодрость и здоровье на долгие годы. Пускай вас всегда радует и согревает тепло семейного очага, а в вашей творческой и неутомимой душе по-прежнему живет молодость. Продолжайте оставаться движущей силой для всех тех, кто вас знает и любит. Гордимся и восхищаемся. Творческий коллектив Шарлотинского государственного фонда. Замечательные слова, на досуге все прочитаете. Нас поздравляют Совет ветеранов и городской совет женщин. Прошу вас. И Краевому союзу ветеранов, и Городскому совету женщин, поэтому я вот представляю сегодня две организации. Я уже официальную часть вам сказали, я хочу сказать, что на Кавказе считают, что первая молодость заканчивается в 90 лет, вторая в 100 лет, и только потом наступает зрелость. Так что вы находитесь в первой молодости. Первая молодость заканчивается в 90 лет. Вы находитесь первой молодости. Мы желаем вам достичь возраста зрелости значительной, но мы же кавказские люди. Вот, поэтому
за 100 лет обязательно надо прожить. Спасибо вам большое за дружбу, за замечательный вечер сегодняшний. Огромное спасибо оркестру, хору, руководителям. Какие вы молодцы! Спасибо вам большое! Огромное-огромное спасибо! А вот теперь... Добрый, дай Бог вам здоровья, тысячи лет живите, здравствуйте. Потому что без вас это уже ни Ставропольский край, и ни губернии, ничего. Определяет один из моментов. Оркестр симфонический уже есть государство, значит, нормальный. Вам большой поклон всем, всем, всем. И большое спасибо руководителям, душенькам. Спасибо, как есть. Как могли. Я вам искренне всем благодарен. Дай Бог счастья. Я хочу поблагодарить филармонию. Потому что не так просто уже на пенсии 3 года. И все-таки все эти годы ежегодно меня разрешают выступить с коллективом. Поэтому я очень благодарен. Мы постараемся себя дождать. И мы все равно приготовим еще пару, 10-12 произведений на будущий год. А дальше я не знаю, как это. Я хочу искренне поблагодарить вас всех. Всех поблагодарить, потому что мы живем, вот, это вот, я тоже себя уже к ним отношусь, за счет вас. Не будет вас, не будет зрителя. Все, мы никому не нужны. Поэтому дай Бог вам еще раз здоровья, счастья, удачи везде и во всем. Вашим семьям. Всем-всем большое спасибо. Если вам одно произведение понравилось, я два, еще раз три вообще тогда. Спасибо всем. Дорогие друзья, творческий вечер Юлия Каспарова объявляется закрытым. До новых встреч, до свидания. Спасибо.